Иаков получает благословение отца. В старости Исаак стал очень плохо видеть. Перед смертью он пожелал благословить своего сына, первенца Исава. Исаак позвал его к себе и сказал, чтобы он приготовил ему любимое кушанье из дичи. После этого отец обещал благословить сына. Ревека, услышав это, позвала Иакова и пересказала ему все. Она очень хотела, чтобы Иаков получил отцовское благословение, поэтому она решила обмануть Исаака, чтобы достичь своей цели. В то время, когда Исав пошел в поле наловить дичи, Ревека послала Иакова принести из стада двух козлят и приготовила из них любимое кушанье Исааку. Затем она взяла богатую одежду Исава и надела ее на Иакова. Но так как тело Исава было очень волосатым, то она обложила руки и шею Иакова шкурой козлят на случай, если плохо видящий отец ощупает его. Иаков взял приготовленное кушанье, вошел к отцу и предложил ему еду и питье. Отец сказал ему: «Подойди, я ощупаю тебя, сын мой, ты ли сын мой Исав или нет?» Иаков подошел к нему. Исаак ощупал его и сказал: «Голос, голос Иакова, а руки, руки Исавовы». И не узнал его, потому что обложенные шкурой козлят руки Иакова были похожи на руки его брата. После этого отец велел подать ему кушанье. Кончив есть, он произнес над сыном слова благословения. Так, обманным путем, Иаков получил предназначенное Исаву благословение. За это возненавидел Исав своего брата и обещал убить его.